финалиста 4-го отборочного тура выберут наши уважаемые телезрители в эту пятницу, 9 числа. Мы немного еще берем такой тайм-аут для того, чтобы определить все-таки время трансляции, потому что в 2 часа прямого эфира все 260 участников мы просто никак не уложим. Поэтому, скорее всего, эфир начнется раньше. Мы об этом сообщим и на нашем сайте, и, конечно же, в эфире своего ТВ. И в полдень тоже обязательно предупредим. Да. Так вот, в течение прямого эфира, начиная с 20.00, если по-старому, 19, наши уважаемые телезрители смогут звонить по номеру телефона 8 800 707 0226. Нужно сказать оператору фамилию того участника, за которого вы голосуете. Либо отправлять смс-сообщение на номер 8-928-200-10-08. Очень простой номер. В сообщении тоже нужно указать только фамилию и имя участника. Все голоса складываются, и потом в финале программы, в заключении, я объявлю заключительного 16-го участника главного финала, и затем объявлю имена еще двух. Это будет абсолютным сюрпризом для всех.